Давайте разбираться. Значит, во-первых, культура меньшинств, сексуальных меньшинств, сильно распространена в Европе. Поэтому там появились гей-парады. Но тоже не в каждом городе и не в каждой стране. Вопрос, нужен ли нам гей-парад, сразу наталкивает на ответ: нет, не нужен. Во-первых, это пропаганда гомосексуальных связей. Они имеют право, да, и такие же члены, граждане общества, они имеют право на свою любовь, на свои взаимоотношения. Но все-таки, если мы открываем Библию, там написано, это грех. Поэтому пропагандировать это нельзя, на мой взгляд. Это мое субъективное мнение. Но и понятно, что как в советское время притеснять или физически наказывать, юридически, да, там, тоже нельзя, это неправомочно. Я думаю, что это субкультура, которая должна жить со своими обычными правами граждан, но не более того. И ни в коем случае не уподобляться Европе в смысле того, что перейти на название родитель номер один, родитель номер два. Я считаю, что это уже последняя стадия сумасшествия, за которую надо сажать в принудительное медицинское психологическое лечение.